20 апреля в КФУ стартовала серия мероприятий, посвященных юбилею кафедры китайской словесности Казанского университета. Главным событием в цикле стала первая международная конференция по актуальным вопросам преподавания китайского и других восточных языков в 21 веке. Основные темы конференции – дебаты и игры на уроках китайского языка, метод проектов и средства расширения лингвистических знаний школьников. Преподавание китайского языка в школах имеет свои особенности. Об этом рассказал преподаватель кафедры китайского языка Владислав Круглов. То есть мы за аспектное деление дисциплины. У нас есть, соответственно, чтение, аудирование, лексико-грамматический аспект, навыки письменной речи, навыки устной речи и лингвостроведение. Как раз я веду лингвостроведение среди школьников, то есть это должен создаваться культурный базис для использования потом в межкультурном общении. Среди участников преподаватели востоковеды из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Улан-Удэ. Конференция будет проходить ежегодно и поднимется на более высокий уровень. Ильвина Хадимулина, Ленардо Влетьяров, Универньюз.